Ну, вон Россия, смотрю, опять войска тягают по границе, там что-то там. Я не поверите, вот сегодня смотрю украинское телевидение, говорят, Россия стягивает войска. Смотрю российское телевидение, Украина стягивает войска. Да кто стягивает войска-то? Не, ну если с той стороны тянут, то естественно нам надо отвечать, понимаете? Ну, когда подождите, а может быть наоборот? Какие... Ну мы постоянно, как бы, ну, вы поймите, что это Украина, мы не собираемся нападать ни на кого, понимаете? А Россия собирается? Ну, у нас нет такой большой. Ну конечно, Россия всегда нападала, всегда была агрессором. Всегда? У России это все в крови. Всегда, да, всегда. А на кого она нападала? На всех. Да всех. Ладно. Ну, я понимаю, я в Америке живу, тут всех промыли, что это самое, Russians are coming, Russians are coming. Вот любого спросили, у меня в офисе, они все тут это. Причем самое интересное, я говорю, у вас есть хоть одно бомбоубежище в городе? Они на меня квадратные шары делают, потом говорят, ну, если надо, то надо тебе самому выкопать. Я говорю, вот видите, как интересно. Не, у нас есть. Ну, у вас-то есть, я понимаю, у нас Советского Союза. Начали делать бомбоубежище, так скажем, думая о населении. А вот здесь нет бомбоубежищ. Вообще. Ну, по крайней мере, для населения. А тот, кто, так скажем, побогаче, ну, может себе выкопать и купить так называемый бам-шелтер, как они здесь их называют. Начальная цена 14 тысяч долларов. Я не знаю, как там в Америке, но у нас тут как бы есть... Ну, понятно. Но мне просто все-таки интересно, а на кого на Россию это напало? Вот. Ну, как, ну, Россия постоянно ведет захватнические войны. Захватнические? Да, да, да. И что она захватила за последние 100 лет? 1/8 часть планеты. Это она сейчас захватила? 1/8 часть суши. Слушайте, если взять карту, Российская империя была гораздо шире, чем сейчас Россия. Была, но и все империи рано или поздно заканчивают свое существование. Вот это как бы. Вы про Америку? Такой процесс. Не, почему тут Америка? Америка это страна, как чего? Бы это конгломерат штатов там или стран, как оно там. Ну это что же империя? Нет, это не империя. Нет? Посмотрите, вот если Россия нападет, вот ведет войска в, скажем, на Аляску, вы какую сторону будете занимать вообще? Не ведет она войска на Аляску. Не, ну теоретически, вот предположим, вот фэнтези, вот помечтать можно? Да, ну фэнтези какие-то реальные должны быть. Ну, факты реальные, потому что Америка сильная, Россия на сильных никогда не нападает. Америка сильная, Россия на да. Это сильная. Ну, так я подождите, я то же самое могу сказать и про Америку. Просто ядерное оружие нападать России смысла нет. Тем более, если деньги все хранятся как бы в американских банках, как бы, ну, в Европе, вот детишки, дочь Лаврова, где живет? У вас же живет там Америка, правильно? Да ладно. Как бы, так уже говорили про дочерей Путина, что они здесь все у нас живут. И что-то я ни одной не видел. Блин, она придет, скажет привет, это я дочь Путина. Ну, знаете, ну, я давно здесь живу, но понятно, что я тут всех не знаю. И где-то в Корее. Да, вот так вот вы, знатоки хреновы. Все вам, блядь, мерещится какая-то российская агрессия, блядь. Я тут боюсь. Что я злой, ты конченый, сука, долбоёб. Да ладно. Я тебе слова не успел сказать, блядь, и ты меня уже называешь, что я злой. Ну а ты разве ты не злой? Не могу, ну ты ж конкретно ты... злой, понимаешь? Тебе прививку надо так сделать. Конченый конкретно, я ж тебе да говорю. Я понимаю. Прививку надо, говорю, тебе сделать, только не от ковида. То же самое, знаешь, ты вот так вот, короче, блядь, увидишь, блядь, портрет на стенке. Да. От бешенства. Сделай себе прививку от бешенства, мужик. Добрый или злой. Да. Там, или какой-то еще. Вот такая же самая хуйня. Слушай, я знаю, у вас там в Украине с прививкой от вируса проблема. От бешенства-то хотя бы сделай себе прививку. Просто ебанутый дебил, сука. Блявая. Иди, сука, блядь, вот эту лохматину свою кукарей. Да, у тебя-то повыпадало все от злости-то.
От злости повыпадало всего. Скоро зубы выпадут от злости. Зачем? Чума ебаная. Вот вы герои Украины-то какие. Молодцы. Герои. Просто обратно, чума, сука, дурная. Да. Вот слава вам таким. Слава, да. Слава вам вот таким вот героям. Я с Украины, ты пидор. Блядь. Тебе кто-то сказал, что я сука, или ты как? Или ты как? Или ты молодец. Блядь, Украины. Нет. Прививки ты будет маловато. Прививки маловато, блядь, надо обязательно садить на цепь. На цепь садить надо вас таких. На цепь. Бил конченый, блядь. Кто тебе сказал, что я с Украины? А ты откуда что такое? Да. Вот у тебя написано Украина. Там мало ли что у меня написано, если у меня будет тут написано, блядь, ебать копать Нигерия, блядь, ты хочешь, ты скажешь, что я африканец. Ну а что, ты не похож разве на африканца? Ебать, ну я же говорю, ну ты дебил конченый, сука, дырявый. Гребень свой петух подстригнул. И жопу смажь вазелином, блядь. Ты маленький, ты какой хороший, мать нафиг. Пидорас дырявый, блядь, конченый, сука. Вроде уже как бы в возрасте, уже вроде должен мозгами, сука, шурупать, а дебил дебилом, блядь. Да не говори. Ну, конечно, сука, чувствуется вот у тебя... Мужик, чувствуется интеллект. Интеллект прямо вот чувствуется.